Гурупада Падмакити. Мы пришли в место, которое является очень чистым по ветру, потому что в этой школе в детстве Гурудев учился. И из этого места он возвращался к себе домой. Поэтому Гурудев в детстве играл здесь с друзьями. И мы слышали, что когда две группы мальчишек соревновались между собой, если одна из групп знала, что в другой группе будет Шрила Нараяна Госвами Махарадж, Нараяна Тивари, то им ни за что не выиграть. Итак, это место, где Гурудев учился. Посмотрите на деревья. Посмотрите, два дерева срослись вместе. Со всех четырех сторон растут красивые деревья. Посмотрите туда тоже. Там тоже Нин и Пипала, два дерева, которые срослись вместе. Это место очень прославлено, благодаря тому, что это Видьялая школа, где учился Шрила Гурудев. Да. Thank you.